И всем привет-привет, ребята, с вами Анитарь, и вы на моем канале. Но перед началом этого видео не забудь поставить лайк, подписаться на мой YouTube-канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. Но сегодня у нас в Адоптиме вышло новое обновление с одеждой для питомцев. Ну а давайте телепортнемся в магазин подарков и посмотрим, что там за обновление. Итак, мы уже заходим в это здание, где продается одежда для питомцев. Мне уже не терпится посмотреть, что там изменилось, локация или одежда для питомцев. Ну, локация у нас вроде бы как не изменилась, так что давайте посмотрим, что тут с одеждой для питомцев. Ну, по локации тут вроде бы ничего не изменилось, хотя давайте приглядимся, но я давно не была в этом магазине, поэтому не знаю. Но давайте посмотрим на эту одежду, она ж вроде как обновляется, может тут что-то поменялось, но не знаю. Ну вроде как тут, ну как бы все неудивительно, что-то из-за рубаксы, что-то за баксы. Но все, ребята, я заметила, что тут обновилось, одежда для питомцев из сундучков. Давайте посчитаем, сколько тут легендарок. Раз, два, три, четыре легендарка, ну в принципе это нормально. Давайте посмотрим, что тут дальше за одежда. Ультрарарок просто куча. Дальше рарки, ункамон и камон. Так что все можете посмотреть сами. Ну давайте, ребят, для видео мне не жалко потратить 200 баксов. Так что давайте, в принципе, купим один из сундучков. Вот этот за 105 баксов купим. Ну я хочу себе ультрарарку, либо рарку, но мне выпали ункамоновские ботиночки. Спасибо, но просто посмотрите, какие они милашки. Давайте наденем их на шпица. Вот, он очень милый. Ну, в принципе... Самый милый это шпиц, вот такой вот, просто посмотрите, как он милашка. Но давайте купим еще второй сундучок. А, сундучок стоит не 100 баксов, а 105 баксов, ошиблась на 5 баксов. Но мне выпала камоновская коробочка, вот такая вот она прикольная, ну, давайте померяем ее на шпица. Ну, что же тут самое милое, давайте поищем. Ну, самое милое, это, наверное, самый камоновский предмет, это мишка. Но давайте наденем на шпица, просто посмотрите, как он милашка, давайте на него посмотрим. Вот такой он прикольный, мне очень нравится. Но сейчас не очень видно, так что давайте зайдем во внешность и посмотрим его поближе. Вот, просто посмотрите, какой шпиц няшка. Ну а вам как, зацените. Ну а так, в принципе, на локации больше ничего не изменилось. Вот давайте посмотрим вот так вот вдали. Ой, ну как же без этого, я провалилась в дыру. Ну, давайте зайдем сюда, заберем значок. В принципе, я одежду для питомцев не так и пользуюсь, вообще, так сказать, не пользуюсь. Но все-таки давайте заберем. А давайте зайдем в эту локацию. Тут, в принципе, каждую вроде минуту обновляются вот такие одежды для нашего аватара, но давайте посмотрим, сколько она стоит. Но 59 робуксов, ну, как бы это жирно. Но, ребята, это видео подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось это обновление и мое видео. И да, сегодня я прям активная, 2 видео за день. Вот так вот. Но если вы поставите лайк, подпишитесь на мой YouTube и на мой телеграм-канал, то у меня будет больше мотивации для вас снимать крутые видосы. Но ссылочка на телеграм в описании. Ну а с вами была Анитарь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.